Убрать любой ценой. В парке вам неизвестные подожгли незаконно вырубленные деревья. Инцидент произошел на улице Хариса Юсупова. Там ночью пытались устроить лесной пожар. Вчера по сообщению соседей 00:30 ночи пытались это место поджечь. Вот следы костра. К счастью, это все потухло, но кто знает, что будет в следующий раз. Местные жители подозревают, что поджог может быть связан со стройкой, и деревья спилили, чтобы сделать дорогу к дому. Тогда люди вызвали полицию, к приезду правоохранителей трудяги бросили пилы и разбежались. После этого в мэрии заявили, что спил деревьев был незаконным. Сейчас прокуратура проводит проверку по этому делу.